Тревожные новости о новых очагах ковида поступают отовсюду. Печальную пальму первенства продолжают удерживать США, Индия и Бразилия. Россия на четвертой позиции. Там почти 1,5 миллиона инфицированных. По подсчетам ВОЗ, в мире заразившихся новым типом вируса больше 42,5 миллионов. Больше 450 тысяч заболевших коронавирусом в мире только за одни сутки. По данным ВОЗ, это рекордный прирост за все время пандемии на прошлой неделе. Всего за прошлую неделю в мире коронавирус выявили почти у 3 миллионов человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Умерли от коронавируса за неделю без малого 40 тысяч человек. По данным ВОЗ, особенно быстро заболеваемость растет в европейском регионе. Там за это время зарегистрировали почти половину всех новых случаев COVID-19. В связи с этим глава ВОЗ предупредила о нескольких очень трудных месяцах пандемии, особенно для стран Северного полушария. Он призвал лидеров стран мира немедленно предпринять шаги, направленные на предотвращение роста смертности, коллапса систем здравоохранения и закрытия школ.